Артемовцы обратили наше внимание на курьезный факт. Перед отрезком улицы Акулова, где в 2017 году производился ремонт, установлен знак «Неровная дорога». Понятно, что сделано это по предписанию ГИБДД. И сделано не зря. Получается, артемовские чиновники сначала потратили бюджетные деньги на некачественный ремонт, а вдогонку еще и поставлен предупреждающий знак, который тоже весьма недешев. То есть вместо того, чтобы исправить нарушение и заняться проблемой, наши чиновники предпочли отделаться таким вот способом. Знаем, но делать ничего не будем. Не горит, да и так сойдет. Состояние дорог в муниципалитете уже не раз вызывало нарекания со стороны профильных ведомств и структур. Но с нашей администрацией все как с гуся вода. Закон для ее руководства и сотрудников не писан. Они решили, что округ – это их личная вотчина, а население – крепостные, с которыми можно поступать как угодно. Результат – высокая аварийность и даже гибель людей. Вспомним случай, когда из-за того, что чиновники не озаботились своевременно разобраться с растительностью на обочинах, погиб велосипедист. Разворачивавшийся водитель тяжеловоза попросту не заметил его. И вот ситуация в Покровском, где экипаж ГИБДД сбил ребенка. Стражи закона тоже не успели отреагировать на выскочившего из-за снежного отвала малыша. А ведь буквально накануне мы выпустили сюжет, в котором рассказывали о необходимости вывоза снега с дорог. Администрация никак не отреагировала. Получили результат. Между тем, с 1 сентября прошлого года действуют ГОСТы, по которым соответствующие службы обязаны вывозить снег. Иначе дороги признаются опасными и могут быть попросту закрыты для движения. Но для наших чиновников это не беда. Все мы помним, какой коллапс произошел с перекрытием пассажирского сообщения между Артемовским и Булнашом. Переживем. Все равно не накажут. В случае с Покровским виноватым назначат какого-нибудь простого водителя-грейдера, который выполнял то, что ему приказало начальство, или кого-нибудь еще, но никак не чиновников. Они уже привыкли к этому, считая население муниципалитета бессловесной серой биомассой, задача которой лишь в том, чтобы терпеть и бессловесно выполнять все прихоти своего барина. Сколько еще должно произойти трагедий, чтобы артемовские чиновники наконец стали выполнять свои обязанности, неизвестно. Зато известно, что только самые жесткие меры наказания могут их испугать. Штрафы и выговоры не проблема для тех, кто управляет округом и давно перестал следовать законам и правилам, по которым живет остальной регион и страна.